Вы не выезжали? В 90-е нет. Вы помните, когда первый раз за границей оказались? В Швейцарии, что-то году 2007-2008. Стоп, 2008 год. Что вам такое? Было за 40? Ну да. Ну, Юра, советские люди, многие вообще ни разу не выезжали за границу. Вы так на меня смотрите. А как жизнь можно быть? Ты не выезжал ни разу. Ты не видел других людей. Formal education. And yet 2,000 years later, an entire generation is talking about Jesus Christ.